Друзья, очень приятно встречаться с производителем, с которым вы уже общались, и видеть рост, и видеть интересные положительные результаты. Здравствуйте. Давайте еще раз наши зрители представимся. Какую компанию представляете? Здравствуйте. Компания Meat Brothers, производитель приправ, которая уже переходит из разряда крафтовые в разряды, наверное, уже не крафтовых. Я не знаю уже даже, как это назвать. Что-то среднее. Массовый крафт. Массовый крафт, да. Друзья, все вы видели эти упаковки. Я уверен, что они говорят сами за себя, потому что пройти мимо невозможно, потому что очень броские названия, которые сразу цепляют взгляд. Давайте, наверное, расскажем еще раз. Вдруг кто-то по случайности не видел и не знает этот продукт. Расскажем, что это. Наша компания производит приправы по авторской рецептуре. Открою, наверное, секрет для будущих поколений производителей приправ. Не надо использовать технологов для того, чтобы делать вкусную приправу. Ищите какого-нибудь грамотного шеф-повара, который это может за вас сделать. Соответственно, мы прошли путь от продажи где-то через свой сайт, только уже на сегодняшний день до компании, продающей в Перекрестке, в Азбуке Вкуса, в Мираторге. Так что вот такое развитие. Плюс выходим с новыми форматами 25 граммов. Постараемся завоевать еще больше сетей. Здорово. И, насколько я знаю, вы еще не словом, а делом доказываете вкус приправ. У вас есть точка, где можно покушать вкусные бургеры, при этом там используются именно эти приправы. Да, у нас есть бургерная под названием «Ар». Здесь мы тоже отличились в названии, естественно. И она находится на Автозаводской в стрит. Соответственно, да, там у нас практически все блюда готовятся с применением наших приправ. Ну, мы пожелаем вам удачи и, надеюсь, все больше и больше пользователей и покупателей оценят по достоинству ваш продукт. И ждем расширения линеек, и ждем, конечно же, малый формат во всех магазинах у дома. Да, расширение линейки ждите до Нового года, будет очень крутая линейка. Спасибо большое. Спасибо вам.